Привет, это Автозвук Картель. Это магнитола на 10-м андроиде, которая подходит практически на любой автомобиль, имеет яркий IPS-экран и DSP-аудиопроцессор. Далее рассмотрим все это поподробнее. Перед началом обзора оговорю, что оригинальная продукция находится только в нашем интернет-магазине по ссылке в описании к этому видео. Итак, данную магнитолу на любой автомобиль можно встроить при помощи переходной рамки, к примеру, это Kia Rio 3, сюда устанавливается магнитола, и дополнительной проводки, которой устанавливается штекер со штатной, при этом здесь предусмотрено подключение мультируля, штатного USB и AUX. Поэтому, если вы видите это видео на объявлении Kia, Hyundai, Peugeot, Volkswagen, ваш комплект будет снабжен необходимым комплектом проводки и переходной рамки. То есть в этом видео мы говорим скорее о функционале конкретной магнитолы, а на навесном пластике мы сегодня говорить не будем. Итак, отличительная особенность данной магнитолы – это IPS-экран. IPS-экран, как на хороших смартфонах, как, например, на iPhone 8, это самое яркое решение, его хорошо видно на солнце, он не бликует. Вторая отличительная черта данной позиции магнитол – это DSP-аудиопроцессор, который делает звук в вашем автомобиле гораздо лучше штатного. Подробное видео о настройке и что такое DSP-процессор также смотрите на нашем YouTube-канале. Магнитола имеет выход в интернет посредством Wi-Fi соединения, то есть вы с телефона раздаете интернет, один раз подключаете магнитолу и все, в автомобиль присаживаясь в следующий раз, она сама подключится к вашему телефону. Также у магнитолы два слота USB, в один из них вы можете установить обычный USB модем, который будет поддерживать интернет в стационарном, да, в постоянном состоянии. Конечно же, у магнитолы есть Bluetooth, Bluetooth 4.0, который позволяет соединить ваш телефон, выгрузить сюда все контакты, совершать звонки, принимать звонки, а также прослушивать музыку, при этом переключая ее прямо с магнитолы и используя мультируль. У магнитолы есть навигация. Отдельная выносная GPS-антенна позволяет установить сюда любое навигационное приложение, к примеру, Яндекс.Навигатор. Яндекс.Навигатор также имеет Алису. И самый главный нюанс, конечно, навигатор можно использовать параллельно с другими приложениями, к примеру, с прослушиванием радио. Также магнитола имеет полноценный Play Market, откуда можно скачать любые удобные для вас приложения развлекательного характера, либо полезные, к примеру, онлайн-ТВ, онлайн-радио. Давайте для примера запустим, посмотрим их скорость работы. Прогружаются телеканалы. Выберем, к примеру, СТС. Итак, через мгновение телеканал в прямом эфире. Также можем открыть онлайн-радио, где вместо обычного радио, которое что-то там ловит, да, можем выбирать конкретно любую радиостанцию, вообще доступную в России, по жанрам, по качеству звучания и так далее. Стандартные обычные функции фото, видео, музыка, конечно же, доступны на этой магнитоле. Помимо этого, доступен YouTube, ну и привычный Google Chrome, где можем посмотреть различные новости, посмотреть погоду и так далее. Кстати, следует отметить, что сегодня у нас в обзоре версия 1.16. Также доступны варианты в исполнении с 2 гигабайтами оперативной памяти. В составе основного комплекта проводки, который подключается штекер к автомобилю, да, и подбирается конкретно в зависимости от комплекта, вместе с магнитолой всегда будут отдельные выносные два USB провода. Вот такая вот коса тюльпанов. Здесь есть выходы на сабвуфер, на различные дополнительные усилители, на переднюю камеру и на потолочные мониторы. Также тот самый выносной GPS-модуль, который можем разместить куда-нибудь в стоечку или на панель для лучшего приема сигнала. Отдельный такой штекер-выход камеры заднего вида. И в некоторых случаях канбас-блок, но это с оговоркой, не все комплектации имеют необходимость его подключения, вообще присутствие кан-линии у магнитолы, поэтому этот момент выясняйте отдельно, опционально заказывая магнитолу. Видео по правильной установке всех этих штекеров также у нас есть на канале. Итак, на этом у нас все. Переходите и подписывайтесь на наш Авито-магазин, подписывайтесь на YouTube-канал. Здесь мы публикуем полезные видео и обзоры наших магнитол.